Город становится по чуть-чуть, но лучше, удобнее, красивее и привлекательнее для нас. Сегодня мы открываем путепровод металлистов. Более 100 лет этому объекту, и вынуждена уже была проведена его капитальная реконструкция. Он замечательный. Спасибо огромное мостостроителям, всем строителям, кто участвовал в его модернизации. Вам огромное спасибо, всем нам мира, добра, здоровья, и пусть все получается, как вот этот замечательный путепровод. С праздником! Добрый день всем участникам сегодняшнего мероприятия. Сегодня действительно мы проводим долгожданное, торжественное, важное мероприятие по открытию после капитального ремонта металлистов. На сегодняшний день это важное транспортное сообщение, связывающее отдаленные районы с центральной частью. В настоящее время уже ведутся работы по мосту юбилейному, и учитывая важность данного сооружения, транспортную плотность потока, было принято решение производить работу без остановки движения. Далее, после завершения этих работ, планируется реконструкция моста Блокнора и моста Октябрьский. Сегодня мы вновь, в очередной раз, показали, что любая работа вам под силу. Сегодня нет задач, с которыми бы не справились наши витебские строители. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра, мира. И пусть у вас у всех все складывается самым лучшим образом. Спасибо. В 2024 год объявлен в нашей стране годом качества. И так совпало, что именно сегодня отмечается Всемирный день качества. Убежден, что с той высокой ответственностью, с которой подходили наши строители при производстве работ, наш путепровод металлистов, безусловно, достоин этого высокого знака. Хочу всем присутствующим пожелать крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой. Спасибо. С праздником!